К другим темам. Жду от вас четкого администрирования и жесткого контроля. Сегодня губернатор Алексей Русских встретился с новым главой регионального Минздрава Юрием Келлиным и обозначил ему приоритетные задачи. Это реализация нацпроекта здравоохранения, модернизация лечебных учреждений, своевременное обеспечение пациентов лекарственными препаратами, улучшение качества оказания медпомощи и укомплектование отрасли кадрами. Юрий Келлин подтвердил важность открытого диалога с больными, своевременное окончание строительных и ремонтных работ, а также направление абитуриентов в вузы по целевому набору. Количество таких студентов с каждым годом увеличивается, и надеюсь, что эта работа принесет лет через 5 определенные результаты.